Преступление мужчина совершил в декабре 2019-го. Из-за непослушания трехлетней дочери он нанес ей множественные удары, в результате чего девочка скончалась на месте. Также сторона обвинения доказала вину горожанина в отношении старшей четырехлетней дочери. Он систематически избивал обоих детей. Суд признал мужчину виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. Это убийство малолетней с особой жестокостью, истязание несовершеннолетней, причинение средней тяжести вреда здоровью, а также ненадлежащее воспитание. Виновному назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.